Здравствуйте. Думаю, что каждый солдат или офицер, отдавший свою жизнь на поле боя за нашу страну, достоин нашей памяти и почтения. Сегодня в нашей программе «Своих не бросаем» мы вспомним об Иване Грибовском, жителе Артема, погибшем в самом расцвете сил при штурме Новомихайловки 13 января этого года. Иван Грибовский награжден Георгиевским крестом 4-й степени и орденом мужества посмертно. Какие подвиги показывал парень, на что был способен, рассказывает его командир Виктор Тарабарин. Иван, он наводчик и не должен был штурмовать, но я знаю, что он там сам напросился помогать ребятам и пошел в штурмовую роту штурмовать, помогать нашим парням. Мечты 30-летнего парня, которые так и не стали реальностью, несбывшаяся любовь. Родина и долг оказались важнее. Мама и тетя делятся воспоминаниями. Смотрите в программе «Своих не бросаем» в субботу 17 августа в 10 утра.